Ну, спасибо, что... Прям в тесто. Да мне уже ничего не поможет. Ничего не поможет. Ты так, сюда, да. Все же хорошо. Вот склей вот так. Клей-момент, клей-момент. Да, самый лучший клей. Все. Прекрасно. Выдавливай из внутри. Да, середину. Все. Некоторые башни здесь плоские крыша, некоторые двухбоковые крыша, как здесь. Где плоские крыша, это были сигнальные башни. Сигнальные, понимаете, правильно? До 1812 года не было цемент. Цемент появился после того, как Наполеон или Кутузов сжигал Москва. А известь и цемент разные технологии. Например, с известом надо сложные технологии. Надо перемешать с песком, оставить отдохнуть. Потом около 10 дней, потом опять перемешать, опять отдохнуть и так далее. А с цементом сразу можно